Для участников новой волны утро прошло на железнодорожной станции «Адлер». В этом году конкурсантов 16, они представляют 11 стран. Нам признались, что всю ночь пекли сладкие ватрушки, с которыми и пришли встречать пассажиров поезда. Сами же практически все акклиматизировались в курортном Сочи. Привыкаем к жаре, уже вот загорели немножечко даже. Смотрите нас. Голосуйте за нас. Здесь все здорово. Я жду не дождусь, когда увижу российского зрителя. Они мне помогут почувствовать себя в Сочи как дома. А российский зритель выходил сегодня из вагонов поезда «Москва-Сочи». Многие узнали о том, что на курорте проходит международный конкурс «Только в пути». И вот теперь продумывают, не пойти ли на новую волну. Думаю, что все возможно в этой жизни. Поэтому отличный поезд, с отличным настроением прибыли. Будем отдыхать и радоваться жизни. Уеду я в Сочи, уеду, с друзьями, которым я предан. На склоне у Красной Поляны оставил свой след. Напомню, новая волна проходит в Сочи с 2015 года. Это не только конкурс молодых исполнителей популярной музыки, но и выступление звезд российской эстрады, которые готовы поддержать начинающих артистов. Целая неделя музыкальных сюрпризов, без которых бархатный сезон в Сочи уже невозможен, стартует во вторник, 4 сентября. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.